друзья, дорогие родственники, братья, сестры, члены семей, друзья по работе, соседи, просто друзья по церкви, братья и сестры во Христе. Сегодня мы все званы на этот торжественный брачный пир, и поэтому давайте сейчас мы устремим свой взор на эту дверь, через которую зайдут вначале друзья наших молодых, ну а потом и сами молодые. Итак, первая пара наших друзей. Сейчас нам дадут красивую музыку. Андрей и София. Итак, Андрей – это последний и одинокий Юсько. А София спит на кухне. Следующая пара – Виктор и Ирина. Виктор, если надо, найдет вам дешевый инчуринс и звоните по такому номеру 971-254-2912. Ирина продает натуральные продукты по интернету. Андрей и Яна. Андрей может продать вам собственный дом. А Яна любит вареники по ночам. Следующая пара – Жорик и Анжелика. Джессика, извините. Жорик трудолюбивый и добрый, а Джессика любого обстрижет за 3 секунды. Следующая пара – Олег и Яна. Олег хочет стать космонавтом. Яна спит в темноте. Саша и Маша. Саша поет глубже океана. Так, а у Маши есть друг-медведь, как мне правильно сказать. И последняя пара. Я попрошу всех восстать, потому что сейчас зайдут те, ради кого мы здесь и собрались. Антон и Оксана Юсько. Спасибо большое нашим музыкантам. Итак, все гости на месте. Вы знаете, у меня было такое ощущение, что я на привоз попал, хотя никогда там не был. Да, имеющий ухо слышит, да разумеет. Но сейчас, дорогие друзья, давайте мы, так как люди верующие, помолимся и благословим этот праздник. Поблагодарим Бога за обилие столов и наш друг, регент молодежного хора и уже муж, глава, священник, ну и все другие высокие слова. Антон Юсько, пожалуйста. Господь Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за этот вечер, который Ты нам послал, Господь, за то, что мы здесь все собраны. Благодарение Тебе за это, Господь. Благослови Ты это общение, которое сейчас будет пир, Господь, всю еду, Господь, святи Ты, Господь, благослови Ты нас всех здесь, святи Ты нас, Отец и Дух Святой. Аминь. Приятного аппетита! Друзья, хочется сказать спасибо нашим поварам. Все очень вкусно и всего очень много. Спасибо всем вам, что пришли. У нас очень большая программа, много участвующих, много песенных номеров. Перед тем, как мы начнем, я подойду немножко к нашим дружкам, к нашим дружкам, к Антону, к Оксане.
Ну давайте мы вначале спросим. Оксана, ты знаешь, каким служением Антон занимается в церкви? Да. Друзья, давайте чуть-чуть потише. Да. Что он делает в церкви? Он директор хора. Регент молодежного хора. А чем Оксана занимается в церкви? Лучшая хористка. Лучшая хористка. Так, чтобы вам жениться, вам нужно стать регентом и найти лучшую хористку, да? Хорошо, мы поняли. Ну давайте теперь познакомимся с братьями. Как зовут вас? Как давно знаете вы Антона? Какие отношения вас связывают? Как вас зовут? Виктор. Вы ему продали инсюринс, я так помню, да? Да. Хорошо. Ну а как вы с Антоном познакомились? Что вас связывало? В музыкальной школе. То есть это кто у кого что подыгрывал, подсписывал, как выглядело отношение? Одинаково. Хорошо. Одинаково ничего не умели, понял. Хорошо. Как зовут вас? Как давно с Антоном познакомились? Меня зовут Андрей. Я с ним познакомился лет 18 назад. Вам, да? Да. Когда вы у меня микрофон забрали, я уже хотел кушать садиться, но обошлось, да? Хорошо, то есть он ваш родной брат, да? Ну, вспомните такой эпизод из детства, когда вы что-то не поделили. Или, может, это на днях даже было? Каждый день это случается, но самое большое, это когда я не хочу свои вещи одевать и у него беру. Можно идти молиться. Я понял. То есть вам пока еще везет, что у вас одинаковая фигура, да? Хорошо, ну ты только теперь, папа еще остался, но надо чуть-чуть подрасти, я понял. Хорошо, как зовут вас? Андрей. И вы продали ему свой дом, я помню, да? Угу. Как вы познакомились с Антоном, что вас связывает? Мы друзья, и мы с детства дружили. Угу. Познакомились в детстве. В глубоком детстве, настолько глубоком, что даже не помним, как знакомы. Как зовут вас? Жорик. Жорик, да? Это Георгий, правильно, да? Да. Понял, хорошо. Как вы с Антоном познакомились? Двоюродный брат. То есть без комментариев. Двоюродный брат, хочешь, не хочешь, пришлось знакомиться, я понял. Как зовут вас? Олег. Как вы с Антоном познакомились? Через хор. Через хор. То есть как, он вас долго не пускал, вы ему дали взятку и стали петь, да? Ну, мы просто вместе пели. Просто вместе пели. Потом он стал директором, а вы также просто поете. Жизнь несправедлива, понял. Как зовут вас? Саша. Как вы познакомились с Антоном? 6 лет назад в молодежном хоре. Тоже. Вместе пели, да? Отлично. Хорошо. Теперь перейдем к нашим сестрам и узнаем, как давно они знают Оксану, как они познакомились с Оксаной. Как зовут вас? Маша. Как давно вы с Оксаной познакомились, при каких обстоятельствах? Ну, я Оксану не знала, пока Антон не стал с ней встречаться. Я подружка с Юлей и Антон. Подождите, я уже завис. Знаете, как говорят компьютер? Понял. То есть вы дружили с его сестрой Юлей, да? Да. Знали Антона, да? А потом у Антона появилась невеста, да? Да. А как вы тогда сюда попали, я не пойму. Ну, ладно. Хорошо, как зовут вас? Яна. У вас история попроще или мне надо напрячься? It's about the same thing. Понял. Ну, тогда упустим эту историю. Как зовут вас? Джессика. Как вы познакомились с Оксаной? В хору. Угу. То есть у вас все просто не было. У Юли есть казанша, мы с ней вместе, скрипка и так далее, да? Как зовут вас? Яна. И вы как с Оксаной познакомились? Ну, на ячейке. Угу. То есть она пришла, говорит, я невеста Антона, и вы стали дружить с той поры, да? Почти так, да. Ну, одна дружка испугалась, убежала. И как зовут вас? София. А вы как с ней познакомились? Very difficult speaking Russian. Yeah, I see, okay. Ну хорошо, итак, небольшое знакомство. Перед тем, как мы сделаем важную часть, мне понадобится 4 семейные пары. И Антон с Оксаной нам скажут, кто будут эти люди. Пожалуйста. Oleg and Oksana. Алексей Лешин. С женой. What's your name? You say that. Виталий и Оксана Назарец. И Виктор Мария Дрожин. Хорошо, проходите сюда. То есть, как мы видим, два с одной стороны, два с другой стороны. Давайте пока познакомимся с вами. Как вас зовут? Олег. Оксана. А сколько лет вы женаты? Almost 10. 10 лет женаты, да? Вы счастливы в семье, у вас все хорошо, да? Конечно. Да. Понял. Иногда эти ответы не совпадают. Какой бы совет вы дали Антону, как молодому мужу, с чего начать семейную жизнь? Что ему нужно вот сразу начать делать в семье? Молись a lot. And watch the video and listen to what the pastor said. О,
Окей, хорошо. Так что пока я еще твой юс-пастор, слушай, что я тебе буду говорить. Понял? Так, я с вас закончу. Как зовут вас? Виталий. Оксана. Тоже Оксана, да? Знакомые, друзья, тезки, просто Оксана, да? А сколько лет вы женаты? 2008-го. Ух ты, я, как вы сказали, 2000, у меня рука стала дергаться. Молодое сердце. 98-го, знаете, Понял. То есть обычно, я знаю, это женщины насчет своего возраста привирают, а вы решили насчет своего семейного... Понял. Или у вас как 7 лет за 7 дней, понял. Один как бы за 100 и 100 за 1. Ну хорошо, сойдемся на такой математике. Что бы вы посоветовали Оксане делать как молодой семье? Вот сразу надо ей начать делать в семье. Не знаю, наверное, уступать, быть поменьше всегда, ну, мудрой быть. Поменьше уступать или быть поменьше? Быть поменьше, много уступать. Хорошо, так что Антоша, молись, а ты побольше. Понял, хорошо. Как зовут вас? Виктор. Мария. Сколько лет вы женаты? 12. Ну, как мы знаем, не всегда это совпадает, поэтому я просто, чтобы удостовериться. Что бы вы посоветовали Антону, Виктор? Вот 12 лет женаты, это серьезный срок. Это чуть-чуть больше, чем я все-таки. Любить друг друга и уступать друг другу. От мужчин это ничего. И подходим к титану семейной жизни. Как зовут вас? Алексей, меня зовут, и запомнил. Алексей, как зовут вас? Валентина. Сколько лет вы женаты, Алексей? 26. Арнольд, это больше, чем ты прожил, они уже женаты. Да? Хорошо. Что бы вы посоветовали вот молодой паре, чего не надо делать в семье? Чего не надо делать в семье? Угу. Это ей сказать? Вы Антону, а Валентина Оксане. А, хорошо. Ой. В семье список будет большой, я понял, да, Павел? В семье надо делать все. Мы говорим, чего не надо. А не надо делать много чего. Вы с Одессы, я понял, да? Нет. А я так... Хорошо, а что не надо делать жене в семье? Скажи ему. Ну, не надо... ссориться и не поперечить мужу. Вот, слова золотые, видишь? А уже? Понял. Такому попробуй поперечить, я понял, да, тут. Хорошо, сейчас мы сделаем следующее. У нас здесь семьи разных семейных стажев. 10, 12, 26, подходите ближе, да, чуть-чуть ближе подойдите. А сейчас мой друг Арнольд раздаст каждому из вас по 3 бумажечки и ручки, каждому по 3. И вы должны будете написать какие-то вещи о себе, что угодно, что вы любите, что вы не любите. Потом я все это зачитаю и проверим, насколько хорошо мужья знают жен, а жены знают своих мужей. Задание понятно? Не, это не подсматривайте, это не сообща. Это редкий случай, когда вы на жену повлиять не можете. Красота вокруг осветила все, и счастлива в это утро ты провожаешь залпы и не говори, что это утро не мечтала ты, сияет платье на тебе и слезы счастья. Дать тебе дождь.
и счастливы пролетят года. Только в вашем сердце навсегда будет жить она. Слезы счастья на лице, чуть-чуть не верится тебе, что это ты твоей судьбе, твоя рука в его руке, он улыбается тебе, кто сотворит такое боль, конечно, Бог. Поздравляю. Итак, дорогие друзья, спасибо большое Даночке. Так что видите, музыкальная семья, музыкальные родственники. Сейчас я попрошу сделать следующее. Все мужья, станьте здесь, а все жены, станьте здесь, пожалуйста, да? И сейчас мы проверим, насколько хорошо мужья знают своих жен. Здесь каждый муж написал о себе вот что-то. Я их помешаю, эти вещи, чтобы не говорили, я кому-то там подыгрываю. И я буду зачитывать, что этот муж написал на себе, и отдавать. И посмотрим, какой портрет у вас получится. И то же самое про жен. Задание понятно. Итак, муж пишет следующее. «Люблю отдыхать, желательно на воде». Валентина, вы думаете, это ваш? Ну, мы дадим, а потом мы сверим все дальше. Так, давайте дальше. Вот такой. «Люблю готовить». Я вообще не знаю, есть в зале такой муж вообще это? Вы думаете, ваш, да? Угу, дадим вам. Я думаю, как будет интересно, когда жена, которая и не подозревала, что он любит готовить, оказывается, это ее муж, понимаете, да? То есть люблю и могу, это совсем не одно и то же, да, братья? Следующее. Люблю мою жену и детей. Да, это очень четко написано, никогда не дать. Тоже ваш, да? Ну, попробуем. Да, оказывается, половина мужей могут не писать. Следующий. Из еды люблю картошку в любом виде. Наверное, в сыром, да? Это белорусик какой-то тут, да? Сестры, чей это муж? Картошку в любом виде. Думаете, ваш, да? На воде с сырой картошкой. Вон, не муж, а находка в самом деле. Люблю, вы знаете, люблю свою семью. К вам, да? Ну, попробуем. Так, дальше. А вот такой у нас есть. Борщ – мое любимое блюдо. Ваш, да? То есть ваш муж вообще ничего не писал пока, да? Не похож абсолютно, посмотрим, да? Отдыхать всей семьей. Так, тут бойня начинается, да? Итак, кто думает, отдыхать всей семьей? Ваш нет, ваш сырую картошку и сам на воде, мы помним, да. Это не ваш, да, мы помним. Так, вот такой есть парень. Охоту, рыбалку и куда-то, это ваш, да? Смотрите, кто-то хоть дичь домой принесет, а ваш картошка, вода.
А, еще есть такой парень. Люблю рыбачить. То есть тот и поохотится, а этот порыбачить. Ваш, да? А ваш вообще появится, да? Мне интересно. Тут три осталось. Может, он хоть что-то ваше... Уже четвертая пошла, да? Вот это хорошее. Я с ним... Люблю отдыхать на работе. Это ваш, да? Дальше. Вот такой есть. Люблю стейк. Пять, да? То есть это еще муж подруги, да? У вас его хорошо знает. Люблю петь. Ваш, да? Так, подобьем итоги. У вас получилось две, да? У вас получилось пять, а ваш только... Итак, ну давайте, Виктор, кто это? Это вы, да? Виктор любит отдыхать на работе. Но также Виктор любит еще, по-моему, он здесь был где-то. Также Виктор любит отдыхать со всей семьей. И Виктор любит готовить. Вы можете такое представить, да? Вот это сюрприз, оказывается. А последний раз что он готовил? Надо вспомнить. Макароны с яйцом, да? Это старинное итальянское блюдо, я понял, да? Макароны, ну, хоть без скорлупы, или это а-ля скорлупа, знаете, такое французское. Так, давайте разберемся у вас. Значит, Алексей. Действительно, здесь два из Алексея. Отдыхать желательно на воде. Это Алексей, правильно. И картошка в любом виде. Но также Алексей еще попал сюда. Он любит рыбачить, да? Так, ну и теперь подведем, что осталось у вас. Виталик, это ваш? Это ваш, который любит свою семью. Который любит охоту и рыбалку, Олег, это ваш. И который любит петь, Олег, ваш. И вот еще от Олега, что люблю с моей женой и с детьми быть, это тоже ваш. Ну, для вас, в принципе, единственное, что вы знаете про мужа, что он любит отдыхать на работе, да? А я не удержусь, где вы работаете? На констракшене. На констракшене, да? Да. Я думаю, после этой свадьбы вы откроете курс в церкви, как отдыхать на констракшен. Вы переплюнили бы Билли Грэма и многих христианских проповедников, поверьте моему опыту. Ну и так, вот такая ситуация с мужьями. Нечто подобное проведем с женами, братья, не надо смеяться. Мы посмотрим, как у вас дела. Итак, я помешаю, чтобы все было нормально. Ага. Вздохнул Алексей, да? Видишь, это тебе не сырая картошка на рыбалке. Вот это ваша, да? Читаю. А не нравится ждать мужа с рейса долго? Алексей, ну вы же там, вода, картошка, а вы недолго, понял. А люблю острую еду и кофе. Это ваша, да? Люблю путешествовать. Алексей, ну да, так, ваша или ваша? То есть ему люблю, а вам путешествие, да? Ну хорошо, ваша, да? Окей. Следующее. Попробовала рыбачить, но не понравилось. А, тут сразу три руки, да, уже? Ваша, да? Ну попробуем, так, идем дальше. У вас пока тоже вы свою жену не находите, да? Люблю отдыхать. Проводить время вместе. Попробуем. Мне кажется, ваша не писала, да, по-моему? Нравится петь дома. Не, я должен прочитать, как написано, мне будет приятно. Нравится петь в дома с детьми. Может, это кому-то поможет. Это была подсказка от меня. О, вот это интересно. Люблю свою семью и свою работу. Тоже ваша, да? Кому-нибудь отдавай. Ваша не любит, да? Работу или семью? Работу, понял. А нравится, когда отдыхаем вместе. Ваша, да? Тут, кстати, имени нет. Посмотрим. Безымянная. Это, по-моему, Андрей подписал сейчас, пока стоял. Люблю свою семью и друзей. Думаю, ваша, да? Так, тут сочинение.
Нравится, когда муж заботится обо мне и о детях, когда проводит время с детьми. Это ваше, да? В то время, как вы отдыхаете, да? Так, и последнее. Я очень люблю принимать гостей. О! Так, подведем итог. Что у вас? Одна от Валентины. Да подождите. Вы так кидаете, как будто долговые счета, так, понимаете, я вам принес. Валентина. Вторая тоже Валентина. Да, вторая тоже Валентина. Третья Валентина. Третья Валентина. И Оксана. Оксана пойдет тоже. Оксана пойдет? Да. Понял. Отдыхать? Вместе, так, значит, надо отдыхать. В общем, все-таки выступили вы. Ну, что у вас? Давайте проведем. Значит, у вас одна от Марии. Это ваша? Нет. Понял. Одна от Оксаны. Это ваша, да? Да. Еще одна от Оксаны, да? И еще одна. То есть у нас две Оксаны было. Ага, понял. Это не моя. Это не ваша, да. Там на английском, да. Я ж вам подсказывал, как мог. Нравится петь в дома с детьми. Это ж я подсказал уже. Так, и у вас, ну, Мария, да? А одну Марию, наверное, он забрал у вас, да? Проводить время вместе. Ну, хорошо. Итак, я вот, это Валентина, это ваша, да? Оставьте себе это на память. И, возможно, вот в таких простых вещах вы узнали что-то новое друг о друге. Спасибо вам большое. Займите свои места. Мы вас благодарим за участие. Антон, Оксана, я хочу вам сказать, что когда вы проживете несколько лет вместе, это будет очень правильно, когда вы будете знать что-то друг о друге, когда вы будете знать, какие цветы она любит. Ты будешь знать, что он любит только сырую картошку где-то на речке, как мы слышали. Узнавайте больше друг о друге. Один, два. Дорогие мои дети, я вас сердечно поздравляю с таким прекрасным днем. Вы все-таки на это решились, соединить ваши жизни вместе. И как от себя, я хочу спеть песню для Оксаны. Он тебя смешил и цветы дарил. Друг, просто друг, сколько их вокруг. Он в любовь играл, он место звал. Был смысл свой в каждой шутке той. Стала привыкать, только с ним дышать, ночь или день, плыть словно тень. И когда всерьез он задал вопрос: ты и мечта, прошептали да, белая фата. Твои грезы, белая фата, снег на косы, белая фата, папа прячет слезы, дочку отдает. Белая фата, иди смело, белая фата, так хотела, белая фата, словно ангел белый, счастье принесет. Где-то промолчи, где-то научи, рядом летай и не предай. Будут нет и да, зной и холода, но каждый раз помни этот час. Белая фата, твои грезы, белая фата, снег на косы, белая фата, папа прячет слезы, дочку отдает. Белая фата, иди смело, белая фата, так хотела, белая фата, словно ангел белый, счастье принесет. Белая фата, белая фата.
фата, белая фата, твои грезы, белая фата, снег на косы, белая фата, папа прячет слезы, дочку отдает. Белая фата, иди смело, белая фата, так хотела, белая фата, словно ангел белый, счастье принесет. Белая фата, словно ангел белый, счастье принесет. Скажите, пожалуйста, вот просто, может, для всех нас такая маленькая нотка назидания. Вот Христос сказал, что Сын ничего не может делать, если не увидит то у Отца, да? Вот то, что Он регент, у вас вся такая музыкальная семья. Честно, откровенно, для нас, мужиков, это больше ваша заслуга или вашей жены? Наверное, жены. Она сильно хотела видеть от самого начала в муже своем проповедника, регента, руководителя молодежи, певца. У меня там многого чего не было, но со временем пришло. То она молилась из-за всех остальных. Я просто хочу сказать, братья, для всех нас, знаете, что вот как-то принято в мире говорить, ну, в церквях говорить, что муж, он все-все-все во всем. Но если честно, Николай, мы же с вами скажем, больше половины, наверное, на наших детей оказывают наши жены влияние. Также мы на работе, мы работаем. Поэтому, Антон, я хочу, чтобы вот с первого дня своей семейной жизни ты это понимал. У вас будут дети, и ты, конечно, глава, ты, конечно, священник самый главный, но много в них вложит Оксана. Цени ее, поддерживай. И если ты будешь приходить домой, дарить ей улыбку и счастье, тогда и детки твои станут, как Николай сказал, и проповедники, и регенты. А если ты будешь с ней только там, тогда будет чуть-чуть по-другому. Я правильно все говорю? Спасибо, Николай. Благословит Господь. Ну а сейчас у нас еще есть коллега из регентов молодежного хора, Лена Тышкевич. Пожалуйста, ваше время. Я хочу вас тоже поздравить в этот ваш замечательный день. Хочу пожелать вам всего самого хорошего в вашей жизни. Будьте как одно всегда. Всегда везде вместе и трудитесь для Господа. Не оставляйте свое служение. Венчальное, чистое, словно хрусталь. К вашим сердцам в тихий час сочетания снизилось с неба вуаль. Два сердца и две души, Спаситель к ним поспеши, в одно их соедини, любовь навсегда вдохни. Два сердца и две души, Спаситель к ним поспеши, в одно их соедини, любовь навсегда вдохни. Светлое, светлое чувство прекрасное, вы берегите всегда. Пусть сохранится такое же ясное наперекор всем годам. Два сердца и две души, Спаситель к ним поспеши, в одно их соедини, любовь навсегда вдохни. Два сердца и две души, Спаситель к ним поспеши, в одно их соедини, любовь навсегда вдохни.
Будьте благословенны. Встреч и разлук на свете, много радости, много и слез. Тот, кто лучшего друга встретит, тот познает, как любит Христос. Христос, приди на этот раб, пусть в этом доме будет так, как Галилею пригодим и молодым благословим. Будьте просты, нежны, как дети, доверяйте Иисусу мольбе, не впадайте в беспечность и сети, и тогда вознесет вас к себе. Христос, приди на этот раб. Но так быстро еще никто не уходит. Итак, Константин, Наталья, а скажите, пожалуйста, у вас вообще интересно получается, у вас семья, у вас есть дети, и вы в одном служении задействованы.
вот вы же всегда в этом. Сколько я себя помню, я, может, не так давно в Соломите. Вот когда вы, ваши детки были поменьше, куда они девались во время того, как вы находились на спевке? Мы их брали с собой. Дети всегда были под роялем. Муж дирижировал, я пела. А дети всегда в корситах были под роялем. Они всегда с нами в церкви, мы всегда их брали с собой. Нам они никогда не мешали служить нашему Богу. Нам они никогда не были лишними. Это плод нашей любви. Мы очень любим друг друга. И 23 года вместе. Слава Богу. И наши детки это... 23 года и 5 месяцев. А, да. И так что мы и вам этого желаем. Пускай дети вам будут благословением, а не препятствием, чтобы служить нашему Господу. Чтобы всегда... Потому что наши дети тоже привыкли всегда быть в Доме Божьем. И поэтому они и трудятся для Господа. А вот скажите, пожалуйста, у них слух, они же все поют. То это потому, что они в детстве под роялем лежали? Вот отсюда слух берется или как? Потому что у меня слуха нет, но меня папа брал на работу, когда он красил, рубал, строгал, и у меня слуха нет. А вот... Попробуй под роялем полежать. Может, под роялем подлежать чуть-чуть, слух, и да. Слух появится. Я просто думаю, у меня есть девочки, то, может, их надо под рояль пока там на часах другой день. Спасибо вам большое, Константина. Мы вам благодарны. Антон, Оксана, пускай вот это тоже для вас будет короткое такое наставление, что когда появятся дети, не делайте, чтобы дети стали какой-то помехой, какой-то преградой, потому что они где-то начнут вам уже помогать. Потому что все заняты очень разговорами, и когда человек поет, он мешает. Вот. И особенно сейчас сладко пытаются раздавать. Я думаю, вы слыхали, наверное, такой рассказ. Я говорю тем, которые меня слушают. Которые не слушают, вы продолжаете разговаривать. Я однажды видел такую картину или картинку на фотографии, как идет один человек, и там два следа. И когда он увидел один след, он говорит Господу: «Господи, почему ты меня оставил, когда мне было очень трудно?» И Господь ему говорит, что «Я не оставил тебя, а на руках тебя нес». Антон, жизнь впереди, и в жизни всякие моменты бывают в жизни. Мы должны знать одно, что Господь нас не оставит никогда, даже тогда, когда нам кажется, что мы остались одни. И когда нам кажется, что мы совершенно одни, прошли какой-то путь, поверьте мне, это как раз тот момент, когда мы не могли идти, Господь нас снес на руках. И я хочу спеть. Песня эта на украинском языке, я надеюсь, что вы все понимаете украинский язык. Я тоже украинец, русскоговорящий, но пою на украинском языке. Я йшов самотні через темний ліс. Ношу я важку на плечах ніс, мені нелегко було з нею йти. Чом, Господи, мене покинув ти? Серед пісків
безсилі не підняв руки, і зрозумів кінець моїх доріг. І вже тебе покликати не зміг. Поруч ти, якщо спіткнувся, більше не впаду, бо ти відвернеш, бо ти відвернеш, бо ти відвернеш гріх мій, біду. Супруг і супруга, щасливий, добрий путь.
God bless you guys. Xana, I just want to tell you that I love you lots, and we still have a whole lifetime ahead of us to spend together and showing you that. And well, теперь... 1, 2, 3. Друзья! Друзья! Ну, пожалуйста, хоть чуть-чуть внимания. Это же не каждый день бывает, что жених невесте песню поет. Он ей говорит пожелания, а ничего не слышно. Пожалуйста, тихонечко. And I'll tell you the rest later. Я так чекав, тебе чекав, щось не здійснилися. Мені вуста, твої вуста, ночами снилися. Щоб ми зустрілися в житті під цими зорями, назвавши їх на самоті своїми долями. Сама любов для нас обох той час зазначила. Ти на долонях рук своїх мене побачила. Зійшлись дві лінії в одну дорогу зоряну, як два струмка в одну ріку дощами сховану. Я ніколи нікому тебе не віддам. Хочу бачити, чути, любити щодня. Я нікого ніколи ще так не кохав. Я так довго на тебе чекав. Я завжди серцем відчував, що ми зустрінемось, і вже нікуди від надій та мрій не дінемось. Нам мало всесвіту з тобою, мало вічності, для наших чистих почуттів, для їх чарівності. Я ніколи нікому тебе не віддам. Хочу бачити, чути, любити щодня. Я нікого ніколи ще так не кохав. Я так довго на тебе чекав. Я так довго на тебе
построите счастье семейное, как возводят добротный дом, чтоб под натиском бури времени был уютный моночагом. И тогда не придет сожаление, как тяжел этот брачный груз. Будет вера и будет терпение о цене всего Иисус. И тогда не придет сожаление, как тяжел этот брачный груз. Будет вера и будет терпение о цене всего Иисус. Что фундамент ваш не был расколотым, и не тронули трещины стен, и совет он ценнее золота, струи счастья на камне кресте. И тогда не придет сожаление, как тяжел этот брачный груз. Будет вера и будет терпение о цене всего Иисус. И тогда не придет сожаление, как тяжел этот брачный груз. Будет вера и будет терпение о цене всего Иисус. В трудностях будет торжественно рядом тот, кто всему творец. И такое земное шествие будет счастьем для двух сердец. И тогда не придет сожаление, как тяжел этот брачный груз. Будет вера и будет терпение о цене всего Иисус. И тогда не придет сожаление, как тяжел этот брачный груз. Будет вера и будет терпение о цене всего Иисус. И наполнит елеем рот. Со Христом ведь отрадно и сладостно стать в начале брачный дорог. И тогда не придет сожаление, как тяжел этот брачный груз. Будет вера и будет терпение о цене всего Иисус. И тогда не придет сожаление, как тяжел этот брачный груз. Будет вера и я вас люблю. Вот это вот ваши родители. Знаешь, вы у них в большом долгу. Ты когда-то занимал деньги у кого-то? Бывало, да? То когда у человека занимаешь деньги, ты потом с ним как-то: «О, привет, как дела?» Ты лишний раз мимо этого человека не пройдешь. Так же, ты же ему деньги должен. Когда отдал, то можно и забыть, кто он такой. Так вот, у родителей вы в большом долгу. Они привели вас в этот мир. Они дали вам жизнь. Они вырастили вас. Ты знаешь, вот я с каждым годом, когда дети рождаются, да, вот они плачут, дерутся, то с каждым годом я все больше ценю труд своих родителей, которые, ведь я ж врос с детства, когда памперсов не было, понимаешь, о чем я говорю? Ты еще не понимаешь, можешь не кивать, это они понимают. Я рос в детстве, когда многих вещей не было, и меня также ж вставали ночью, кормили, заботились. Они важное передали вам веру. Сегодня ваша свадьба в церкви, где никто нету пьяного, где никто никого не бьет, где люди молятся, где люди вам желают, чтобы Бог вас благословил. Это их заслуга, это ваш долг для них. И самое интересное, что пока вы живы, вы этот долг им никогда не выплатите. Почему я об этом говорю? А это значит, что всю жизнь надо как-то к ним подходить, здороваться, позванивать, спрашивать, как дела, заезжать ненароком. А для тебя, Антон, я говорю то, в чем я с каждым годом больше и больше убеждаюсь. Мне кажется, когда в жизни любого отца, у которого есть сын, у меня нет ни одного,
Ну, как я наблюдаю, когда в жизни отца есть сын, и когда сын женится, создает свою семью и начинает расти, когда ему больше 20 лет, я думаю, Коля меня поддержит, любому отцу хочется с сыном поговорить уже не как с тем, которого ремнем гонял, а как с мужиком, понимаешь, как с равным, как иногда... Я прав, Николай же, я прав. Но беда нашего поколения, что в это время дети не всегда хотят этого разговора, поэтому цени это. У тебя два отца, позванивай им, спрашивай, как дела. Чем дальше, они больше в тебе уже будут нуждаться, чем ты в них. Ну, Оксана, и для тебя пару слов. Вообще в жизни говорят, что теща, теща, зять, теща, но конфликтов больше между свекровью и невесткой. У моей Насти никогда не было конфликтов со свекровью, так как между ними 5000 миль, понимаешь? А по телефону они не успевают поругаться. Но я скажу тебе, вот Надя, мама Антона, он всегда для нее будет сыном, она будет всегда думать, что он маленький, она всегда будет думать, что он чуть-чуть голодный, что его надо подкормить, чуть-чуть пододеть, ну это же ее сыночек. То ты никогда с ней не воюй на эту тему. Ты говоришь, да, да, мама, а вот как там? Все это принимай, потому что когда у тебя появится сын, ты ее поймешь. Цените родителей, звоните родителям, не забывайте их никогда. Это очень-очень важно. Ну а сейчас, родители, я попрошу пройти сюда. Наши молодые спустятся к вам с подарками. И вот это наши друзья споют песню для вас, родители. Благослови вас всех Господь. Пришла такая светлая, как с неба солнце луч, соединила две судьбы в одну вовеки. Но лишь Иисусом будет крепкий и надежный ваш союз, любовь не смогут затопить большие реки. Пусть это музыка, и пусть стучат по сердцу в унисон. Прошу вас, не забудьте об одном вы. Вас ваши мамы, ваши папы познакомили с Христом. Вы за родителей воздайте славу Богу. И вы скажите им спасибо за прошедшие года. Обнимите их с улыбкой на устах и подарите им слова благодарения. Вы прочитаете отраду, мир и веру в их глаза. Они в ответ подарят вам благодарение. Пусть это музыка, и пусть стучат два сердца в унисон. Пусть ваша радость в этот брачный час продлится. Вы не забудьте ваше счастье быть в союзе со Христом. Вы не забудьте за родителей молиться. И вы скажите им спасибо за прошедшие года, за детство, юность, за молитвы в дни ненастья. Папы, за ваш труд, что были рядом мы всегда. Спасибо, мамы, за любовь, за жизнь, за счастье. Спасибо, папы, за ваш труд, что были рядом мы всегда. Спасибо, мамы, за любовь, за жизнь, за счастье. Спасибо за прошедшие года, за детство, юность, за молитвы.
за любов, за жизнь, за счастье. И вы скажите им спасибо за прошедшие года, за детство и юность, за молитвы в дни ненастья. Спасибо, папы, за ваш труд, что были рядом мы всегда. Спасибо, мамы, за любовь, за жизнь, за счастье. Папы, за ваш труд, что были рядом мы всегда. Спасибо, мамы, за любовь, за жизнь, за счастье. Дорогие Антон и Оксана, я вам благодарен за ваш труд, за ваше служение в церкви, за молодежный хор, которому вы себя отдаете. Пусть Бог вас и дальше благословит, чтобы молодежный хор церкви Суламита существовал, был и вы были в нем. И потом ваши дети и так далее. Трудитесь для Бога, пускай семья не станет для вас чем-то, что заберет вас от церкви, а станет тем, что будет вас вместе объединять вокруг Бога и служения Ему. Это я желаю вам, Игнат Доценко, ваш молодежный руководитель в 2015 году. Благослови вас Бог. Hey, Anton, I want to wish you the best in life. I want you to be happy for the rest of your life, and Oksana too. Be happy for the rest of your life and love each other to the end of your times. Even if you guys die, it's okay, love each other. I wish you guys the best financially, spiritually, physically. Going to become millionaires one day, Anton, so get ready for that. Hi guys, I wish you all the best in the whole entire wide world. You guys are literally the best. We love you. Can't wait to go on a bunch of trips together. Yeah, that's true. We're going to go on many months together. Yeah, we love you guys. Hey guys, I wish you a happy life together. Anton, you found something special. I'm happy for you. Treat her like a queen, and Oksana, you treat him as best as possible, and love each other till the end. Антон и Оксаночка, мы вас сердечно поздравляем с днем вашей свадьбы. Желаем вам счастья, благословений, благословений от Бога с неба. Всегда будьте верны Богу, и вы никогда не будете иметь никаких проблем. И вместе мы вам хотим пожелать счастья. Вот и все. Пускай вас Бог благословит в вашей жизни. Okay, дорогим нашим Антоше и Оксане от семьи Янишиных поздравляем вас с началом создания семьи. Желаем всего самого наилучшего, много-много любви, счастья, радости, чтобы Бог благословил вас детками, и чтобы вы всегда-всегда любили друг друга и были всегда счастливыми, радостными, веселыми, и чтобы ваша жизнь была полным праздником. А самое главное, чтобы вы служили Господу, любили Господа и были благословением для всех. Поздравляем от семьи Янишиных. Любим вас. Мы поздравляем молодых. Мы рады очень, что могли побыть с ними вместе, разделить эту радость. И хотим, чтобы они любили друг друга. Это прощали друг другу больше всего. Любовь, она все прощает, покрывает. И у них все получается. Чтобы жили долго в любви, согласии, и чтобы Господь их благословил всем и детками тоже. Я Антон и Оксана, поздравляю вас with your day.
Желаю вам больших Божих благословений. I hope everything will go good in your life. Щоб ви були в служенні. Щоб Оксана, ти благословляла Антона in his служення і підтримувала його. And so you guys would have cute little kids. And yeah, God bless you guys. Okay, so obviously I wish you guys a happy marriage and a future life. But just like always pray and everything сопроложится. And have a lot of little kids and move into a big house and with a swimming pool so we can like chill with a jacuzzi and a sauna, but just kidding. But yeah, just like trust each other and don't like fail bad. And don't get too mad at each other and just be happy. Happy wife, happy life there. Oh yeah, and I'm gonna miss those cute clothes, so like whenever, you know, they get small on you, just bring them over, okay? So remember the time I was like, it was before we went to Ukraine, or maybe after we went to Ukraine, it was like, I was 8. And you're like 4 years, maybe 3 years older than me. And we would always get so mad at each other. Remember the big fight that we had? Where we got our parents involved, and then like our families were mad at each other, and then I don't know how we got back to friends. So people would get so mad. Remember? Like, why are you hanging out with her? And so I was just gonna say that I'm glad that we actually fought, because that just made us really close, well, closer. I made us actually, you know, talk about things like that last night before Saturday, or was it? Yeah, before Saturday. Like when you were doing all that stuff to us. And, you know, like, I really see you as a person I can trust and as a person that's, like, really close to me, you know? Like, I know that you wouldn't ever go behind my back or, you know, do whatever. So I just wanted to say that thank you for those moments, because it made you a really memorable person in my life, because I learned from the mistakes that I obviously did, like that when I, how I acted to you. And I just wanted to say, have a great life with your husband, because you guys look so happy together. And I know you guys will have like lots of wonderful children running around the house and like whenever we come over. I just hope that you stay with God through the whole way, and that you keep him in your heart and in your mind all throughout your life, because honestly, with God and only God can you get to where you want to be at the end of your life. I love you lots. Oxy, Anton, congrats. You guys finally did it. It's about time. Just kidding. So I wish you guys the best in your guys' marriage, and hope you guys don't have too much fun on your honeymoon while it's not so awesome here. Stay with God. Never miss any like anything that has to do with church or services. Keep doing what you're doing, and because of you guys, I met the greatest man in my life. Thank you. So I really appreciate it. Thank you so much, and love you lots. Have a great honeymoon. Оксаночку и Антошу поздравляем с этим замечательным днем в их жизни. Желаем Божьих благословений, всего самого лучшего. Уступайте друг другу и будете жить долго и счастливо. Все. Я хочу добавить, Антоша и Оксана, когда вам задавали вопросы по отношению, как вы должны поступать друг к другу, вы очень все правильно отвечали. Постарайтесь вот исполнять, как вы отвечали, и вы будете счастливы. Бог благословит вас. Божьих вам благословений. Что ж, детки, мы счастливы за вас, что вы маете друг друга. Живите свято, ходите перед Богом в страхе. Хай Бог благословит вас, діточок ваших. Ну что можно сказать, любите друг друга, поважайте друг друга, молиться друг за друга, разом молиться, то будете мать благословения. Мы вас благословляем. Хай Бог благословит ваши дороги, які перед вами, щоб нам разом у царстві Бога і Отця будь там і славить Його святе ім'я. Я дідусь Михайло, Оксанчин дід. І я хочу
побажати їй, як дідусь, проживши життя своє. У мене є 30 внуків. От, і вже двоє внучаток, от друга виходить замуж, хоче мати свою сім'ю. А ми, проживши ці роки з дружиною, благополуччі, здорові, ось хочемо побажати їм послушання Господу. Саме основне – послушання лучше жертви, ми знаємо із Писання. Щоб вони слухали Господа, Його заповіді, правила і постанови шанували. І їх Бог благословить, як і мене благословив. Ось. Щоб вони цінили друг другом, любили друг друга і брали приклад з батьків. Тому що дочка моя, вона богобоязна, вона з дитячих років була в мене завжди прикладом. І Бог їх благословив тітками. І ось я ж кажу, що вже хочеться благословити благословенням Божим на життя їх Бог. Щоб вони мали діточок, щоб вони мали, так як і ми, внучків, зятів, невесток. Ну, скільки Бога приділить їм жити на землі. Але велике щастя, коли ми ходимо в послушанні Слова Божого і живемо по-євангельськи. Хай їх Бог благословить. І Антона, як чоловіка, і Оксанку, як дружину. А Богу хай буде слава. Амінь. Антоша, Оксана, желаємо вас благословені. Пусть Бог завжди буде з вами. Любіть друг друга. Уступайте друг другу, остальное все у вас получится. Пусть Бог вас благословит. Антон и Оксана, мы вас поздравляем с вашим таким знаменательным этим днем, когда вы стали мужем и женой. И теперь вы будете вместе. И мы вам желаем всего самого наилучшего в вашей жизни. Желаем только счастья, радости, успеха в вашей жизни. Пусть Бог вас обильно благословит. Живите дружно, счастливо, не забывайте друзей, приглашайте их в гости, дружите, как вы и до этого дружили. И мы вас благословляем и желаем вам обильных Божьих благословений. Да благословит вас Господь. Аминь. Дорогие Оксаночка и Антон, мы очень-очень рады за вас. Мы вас благословляем именем Иисуса Христа. Желаем вам счастья. Желаем вам прекрасных, красивых, здоровых деток. Пусть вас Бог благословит во всем, в каждом деле начатом. Чтобы вы начинали вместе. Чтобы день свой начинали с молитвы. Чтобы благословение Божье было над вашим домом. Пусть вас Бог благословит. Желаем всего хорошего. Будьте счастливы. Благословение вас, вам. С Богом. Да, Антон, Оксана, поздравляем вас с этим знаменательным днем вашего бракосочетания. Желаем вам всего-всего, что вы сами себе пожелаете. А больше всего любви, терпения и счастья. Моя жена присоединяется ко мне. Любите нежно. Дальше. Всего хорошего. Пусть вас Бог благословит. Дети мои, я вас сердечно поздравляю с этим прекрасным днем бракосочетания, с этим прекрасным днем свадьбы, который вы очень долго ждали. Я вас очень люблю и желаю вам благословений, чтобы вы никогда не болели, чтобы вы никогда ни в чем не нуждались, чтобы у вас было всегда чего уделить нуждающимся, чтобы у вас было все самое-самое лучшее, всегда, чтобы у вас было много детей. Оксана мне обещала, в всяком случае, 6. Чтобы у вас было много детей, чтобы у вас была благословенная семья, и все служили Господу и всегда были вместе. А самое главное, любите друг друга, уважайте друг друга. Самое главное, не спорьте. Благословит вас Господь. Антон и Оксана, I wanted to wish you guys the best. Been my cousin since we were kids. We didn't hang out as much, but I mean, we started hanging out more and more, and I mean, I think, you know, you guys married now, you'll have kids, you know, and maybe I'll get married soon someday, have kids as well, and, you know, hanging out. So I just want to wish you guys the best, and I hope everything works out for you. And yeah, it's always nice to have you there, you know, when I need you. And thanks.